Сегодня вечером мэр Казани пришел возложить цветы к стихийному мемориалу, который возник около стен школы. Он особо поблагодарил коллектив и руководство школы за спасенные жизни учеников во время трагических событий 11 мая. Трудно смириться с страшной трагедией, которая произошла в мирное не время. В солнечный день родители потеряли своих детей, друзья, товарищей, коллег, учителей. Мы хотим выразить искренние соболезнования всем родным, близким, родителям. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы спасти тех детей, которые и взрослых, которые находятся в больнице. Сегодня по всей стране и за пределами подобные мемориалы. Люди несут свои цветы, игрушки, частичку своего сердца, выражая солидарность с семьями из Казани. Слова огромной благодарности. Отдельные слова благодарности директору школы и коллективу учителей, которые сделали все возможное от них зависящее, чтобы больше трагедии не случилось. Хотя то, что случилось, это ужасно. И еще раз, мы разделяем скорбь и утрату наших детишек, наших учителей, вечная им память. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.